Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте проверим, как меня слышно. Напишите, пожалуйста, в чате по 10-бальной шкале. <coughs> как меня слышно и видно. И мы будем начинать сегодняшний эфир. Так, окей. Вижу ваши оценки. Отлично. Сейчас последние настройки. Хорошо. Итак, у нас сегодня среда 16 октября, на моих часах 19.01. У нас прямой эфир, и сегодня у нас стартовый тренинг для предзарегистрированных партнеров, то есть для тех, кто прошел бесплатную предварительную регистрацию, занял свое место в так называемой PowerLine и пришел о том, чтобы узнать, что такое отсечка, что такое переливы. Об этом мы сегодня поговорим, но так и вообще о том, как... Здесь с нами зарабатываются деньги. Но так или иначе на этот эфир попадают и гости, поэтому начну немножко с самого начала. Вообще, чем мы здесь занимаемся, поговорим об этом, что у нас за бизнес, что у нас за предложение на сегодняшний день такое и вообще, как здесь можно зарабатывать деньги. И поговорим сегодня о компании, которая фактически изменила правила игры в индустрии прямых продаж, которые сегодня называют самой быстро растущей компанией в мире и не только в индустрии прямых продаж, но вообще, вообще в целом в коммерции. Поговорим сегодня о компании Левгут и о том, как с ней можно заработать деньги. По времени это займет минут 40. Если вам понравится, начнем бизнес вместе. У нас есть все для этого необходимые инструменты. Если что-то не устроит, ничего страшного, подберете для себя что-нибудь другое. Начну я со своей истории. Меня зовут Ларичев Олег, мне 51 год, половину своей жизни я занимаюсь бизнесом, работаю на себя. 15 лет из них я строю бизнес только через интернет. В последнем, в прошлом в своем проекте, в компании, с которой я сотрудничал, проработал порядка 10 лет. Построил там бизнес на рынке более 70 стран, делали товарооборот доходя, доходя, доходивший в месяц до миллиона долларов. В принципе, зарабатывал там очень серьезные деньги. Последние несколько лет вообще не занимался бизнесом, путешествовал, в общем, занимался своими делами. Как говорят, вышел на сетевую пенсию или остаточный доход, пассивный доход. Но так случилось, что пару лет назад компанию продали. Я вышел из того бизнеса, потому что изменились условия, занялся традиционным бизнесом, открыл свое производство соков. Я живу в Болгарии, в Софии, вот только что приехал из Пловдива мы здесь тоже начинаем э, развивать этот бизнес на болгарском рынке в том числе и хочу сказать что на самом деле все вообще в мире только начинается потому что компания только только стартовала чуть больше года компания на мировом рынке но то что она делает действительно бьет рекорды и э, в принципе вот когда я занялся традиционным бизнесом я ничего не рассматривал вот но хотя э, так или иначе коллеги с, по по этой индустрии по индустрии прямых продаж которые меня знали, не оставляли меня в покое, всегда что-то предлагали, но знаете, все, что предлагало, по сути, было одно и то же. То есть есть какой-то продукт, который вкладывается в маркетинг, и вот его надо продвигать. Значит, до последнего момента. И в апреле э, прошлого года ко мне постучался один парень, который был в предыдущей компании, в параллельной команде, и он говорит, Олег, вот вышла такая компания, которая не такая, как все. Вот она, он мне показал такие два продукта. Значит, вот этот продукт я знал этот крем, такой крем под глаза, от морщин, от мешков под глазами, такие, как мы называли, вертолетики, в таких дозах, значит, вот этот крем там стоил 60 долларов, и такой же крем в компании Livgood стоит 15 долларов, то есть 4 раза дешевле. И в принципе вся продукция, которая продается и будет продаваться в этой компании, она будет 4, а то и в 5 раз дешевле, потому что это концепция компании. Дать максимально качественный продукт по максимально низкой цене, потому что есть другая модель оказывается. И вот я начал с этим разбираться, я заказал продукцию, у меня не успел достать то, что здесь сейчас возьму, то, что лежит стоит под под рукой, потому что что-то брал с собой в показывал э, клиентам уже партнерам фактически. Короче говоря, сделал заказ э, продукции, которая, ну, по сути, пользовался и до этого. То есть это, допустим, там протеин, аминокислоты, антиоксидантный комплекс, мультивитамины, магний, который мне сказал доктор пить каждый день до конца своей жизни, витамин D3, К2, который все знают, тоже самое. Сегодня врачи говорят о том, что его нужно пить всем. Э, значит, если вы не живете где-нибудь там в Африке и не ходите в набедренной повязке, Короче говоря, я сделал заказ, на 100 долларов мне обошелся заказ, 6 наименований, заплатил за доставку 20 долларов, продукт из Америки в Болгарию шел 2 недели, и когда вот это все поставил на стол, я понял, что в предыдущей компании мне это действительно обошлось бы долларов 400, а может быть даже и 500. Я начал пробовать, продукт, продукт действительно классный, то есть я начал разбираться, читать весь состав, начал изучать все документы, сертификаты, где зарегистрирована компания, кто является собственником компании. В общем, всю подноготную. Разбирался месяца полтора там, со всеми этими тестами, дегустациями и прочими делами. И когда разобрался, и самое главное, я разобрался с моделью этого бизнеса, я принял решение стартовать в этом бизнесе. Да, кстати, этот человек показал еще свой чек, который, я имею в виду, меня пригласил. За 4 месяца он вышел на доход порядка 4 тысяч долларов, что меня тогда тоже удивило, потому что я знал его не как специалиста в этом бизнесе, скорее всего, как совсем не специалиста. Меня это также подстегнуло изучать информацию, потому что я понимал, что за 4 месяца выйти на такой доход это, – это серьезный показатель того, что что-то здесь происходит, что-то, что никак вот действительно в других местах. И вот когда я разобрался, я принял решение стартовать в этом бизнесе. И хочу сказать, что за 15 лет своей карьеры я не видел таких скоростей, как это здесь в компании LiveGood, то, что сегодня происходит. Ну и давайте об этом поговорим. Сейчас я перейду на слайды. И поговорим вообще о том, что уникального в этой компании. Почему сегодня она действительно бьет все рекорды. Так. Окей. Думаю, что видно. Ну погнали. Итак компания LiveGood. Что в ней уникально, почему она действительно сегодня бьет эти рекорды, почему, то есть фактически э, вы можете зайти на сайт Business for Home, это самый такой раскрученный, самый известный аналитический сайт, где э, дается вся аналитика, статистика во всем компаниям, это индустрии, до индустрии прямых продаж, все новости и так далее. Вот увидите такие результаты. То есть за 13 месяцев компания Сделала э, выручку в 100 миллионов долларов и выплатила в сеть 50 и э, сделала 1 миллион участников. Это всего лишь за первый год работы. И чем она отличается от тех компаний, которые есть сегодня на этом рынке? В чем сегодня проблемы этих компаний? А в том, что сегодня их товарооборот падает. За 5 последних лет, даже больше, вот 6 лет, Сейчас я покажу следующую статистику. То есть, это вот последний год, 23-й, это сайт Всемирной ассоциации прямых продаж. Вы видите, что падение продолжилось плюс 2,3%. То есть это более 12 процентов за последние шесть лет. На сегодня все ожидали, что будет 200 миллиардов за 200. Сегодня это 167 с хвостиком миллиардов долларов. Делает вся сетевая индустрия. И падение продолжается. В чем причины этого падения. Ну и вот, кстати, да, с того же сайта Business Work Home, вы можете зайти и посмотреть, что все компании, входящие в топ, там, в топ 10, топ 20, имеют падение 20-30 процентов, а некоторые упали даже на 50 процентов. А за последние пару месяцев мы увидели, что там порядка пяти компаний вообще вышло из бизнеса. Причем это компании крупные, например, Tupperware, компания, которая работает с 1938 года на рынке, банкрот. А Avon на американском рынке банкрот, значит еще две компании сменили модель, то есть убрали маркетинговую составляющую, да, то есть MLM бизнес и перешли просто в классические продажи, то есть на том же Амазоне, допустим, сегодня продают и так, и так далее, свой продукт, то есть просто обычные продажи через интернет. В чем проблема? А в том, чтобы, ну, есть нам на сайте Ассоциации продаж тоже такая статистика, что раньше, например, было Uh, был топ-100 рейтинг. В этот рейтинг ходили uh, компании, которые делают товарооборот 100 миллионов долларов в год и выше. А uh, сегодня таких компаний всего лишь 58. В чем проблема этих компаний? Да, в чем проблема всей индустрии, старого MLM, как мы называем? А в том, что чтобы сегодня продавать продукцию, они вкладывают на наценку, маркетинговую наценку, чтобы выплачивать сеть в продукт. То есть, если uh, в производстве такой продукт будет стоить 20 долларов, то чтобы выплачивать в сеть, они сегодня делают наценку 300, а и по факту это порядка 500%, увеличивая цену в 5 раз. То есть цена в рознице такого продукта будет, я имею в виду, в партнерской в сети составлять порядка 100 долларов. Это даже без не по розничной цене. В принципе, эта модель, она ну, работает везде. Да? Вот я работал, у меня была своя дистрибьюторская компания, мы делали то же самое. То есть мы вкладывали свои интересы, свою наценку в товар. Это делал производитель, вкладывал наценку. Я как дистрибьютор это делал. Мы продавали в магазин, магазин тоже делал. В итоге конечный потребитель получал с какой-то наценкой. Но эта наценка не 500%. Потому что, еще раз говорю, что выплачивают сегодня все. То есть сегодня компании прямых продаж вынуждены конкурировать не продуктом, если кто-то говорит, что он уникальный, это все ну, такое. Даже если он сегодня уникальный, завтра его разложили на молекулы, он уже не уникальный. Просто переклеили наклейку, и он уже другой. Но так вот, чтобы его сегодня продавать, этот уникальный, в кавычках, продукт, его нужно, нужно вкладывать маркетинг в эту цену. И, соответственно, давать жирный маркетинг-план, жирные выплаты, чтобы конкурировать сегодня на этом рынке. И за счет этого компании просто вышли с рынка. То есть они стали неконкурентоспособны. Потому что такой же самый фактически аналогичный продукт можно купить на том же Амазоне, на том же Herbie, допустим, и на других площадках, на тех же маркетплейсах, где сегодня это все продается. То есть компании прямых продаж потеряли сегодня монополию на рынок здоровья. И компания Левгут, она пошла другим путем. Она сняла маркетинг с продукта. И поэтому сегодня она продает товар практически по себестоимости. То есть вот, например, на слайде пример вы видите, да, то есть эти крема, единственное, тут цена 52 доллара, да, вот этого крема, но у нас он на наших рынках продавался 60 долларов. Масло CBD, то же самое. Цена за, ну, от 70 евро, по крайней мере в Болгарии такие цены. Вот здесь вы можете увидеть то же самое. Плюс-минус такие масло, эфирные масла в компании, если вы знаете, есть. Компании, которые на этом построили бизнес. Дотера, Янгливен. Цены на тот же самый э, ассортимент продукции 200 250 долларов. компании Ливуд 49,95. 50 долларов. И так далее. На всю продукцию. Опять же, почему? Потому что нет маркетинговой наценки. А на чем зарабатывает компания Ливуд? Она пошла другим путем. Таким путем, которым пошли сегодня такие известные бизнесы, маркетплейсы, не только, то есть бизнесы, которые работают по клубной модели. Amazon, Costco, Netflix и так далее. То есть что такое клубная модель? А это когда эти бизнесы предложили или за доступ к определенным услугам, или за доступ к продукции, но со скидками, небольшую абонентскую плату или членство, или подписку, которая может составлять 10, 15, 20 долларов. И за счет этого они зарабатывают. Например, Amazon, то есть можно быть, вот есть внутри Amazon, Amazon Prime. Например, у меня дочка живет в Англии, учится, и вот она является этим членом, мембером Amazon Prime и платит, единственное, как студент, платит половину этой цены, потому что для нее это бесплатная доставка. То есть Amazon своим партнерам, которые являются членами клуба Amazon Prime и платят каждый месяц 15 долларов в виде подписки, ежемесячно дают бесплатную доставку, ну и какие-то скидки дополнительные. И сегодня 230 миллионов участников Amazon Prime платят 15 долларов, и в итоге компания Amazon зарабатывает на этом 35 миллиардов долларов чистой прибыли. Поэтому сегодня Jeff Bezos один из богатейших людей планеты, потому что это бизнес, и очень крутой, сеть супермаркетов складов Коска чтобы попасть в эти магазины, и они сегодня в основном это Америка, то есть это Северная Америка, Канада, и также есть в Европе эти магазины. То есть обычно ты заходишь, как обычный супермаркет, как метро, как все остальное, но только чтобы туда попасть, у тебя должна быть карточка члена клуба, которая дает тебе доступ. Без этой карточки ты туда не попадешь. И компания Коска сегодня, делая оборот там порядка 200 миллиардов долларов, кстати, больше, чем вся сетевая индустрия, чем все эти компании, Amway, Марике, Гербалайф, НЛ, ПМ и так далее. Все, что есть, их там тысячи компаний, один магазин, ну или сеть магазинов делает больше товарооборот, с которых они, она зарабатывает 6 миллиардов, из которых 90% это заработок на подписке. То есть бизнес, костка, это не продажа продукции, это подписка, на которой они зарабатывают деньги, а ты имеешь доступ в этот магазин и так далее. Netflix, то же самое, что продает сегодня Netflix? Они продают не фильмы, хотя сегодня они являются одним из э, производителей контента, причем одного из лучших. Я думаю, вы видели там эти фильмы, сериалы, мультфильмы и так далее. Они сегодня вкладывают огромные деньги в производство контента, но они не продают это фильмы. Эти фильмы как делают это другие кинокомпании, отдавая их дилерам в прокат, а потом ты сидишь с попкорном и смотришь это кино в кинотеатрах. Это время уже прошло, особенно после ковида. Люди сегодня предпочитают сидеть дома и смотреть кино дома. Всего лишь за 15 долларов в среднем месяц. И 240 миллионов людей платят Netflix эти деньги. И Netflix зарабатывает также миллиарды долларов на таком бизнесе. Вот что является бизнесом Netflix. То же самое. Сегодня многие интернет-сервисы перешли на такую модель. Zoom, который мы сейчас проходим. Подписка. Проводим это мероприятие. Telegram премиум, который дает дополнительные функции. Подписка. YouTube премиум который дает возможность не смотреть, ну то есть без рекламы, плюс YouTube музыка. То же самое, подписка и так далее. Куча разных сервисов, которые там, редакторы видео и прочие дела, это все сегодня подписка. В оффлайн-бизнесе переходят на модель подписки. Автопроизводители, некоторые функции сегодня, базовые функции, которые раньше, чтобы ты пришел в салон и чтобы там получить, например, там климат-контроль, еще там еще что-то, да, круиз-контроль ты делаешь доплату, потому что ты выкупаешь это все. А сейчас, благодаря такой модели, ты не тратишь эти деньги. Ты оплачиваешь просто подписку. Это выгодно и производителю. Почему? Потому что они конкурируют с другими. То есть сегодня, сегодня люди стараются сэкономить. Потому что мы видим, что инфляция зашкалит. Потому что люди вынуждены от чего-то отказываться, где-то экономить. Они ищут лучшие варианты. Поэтому сегодня бизнесы вынуждены подстраиваться под сегодняшние реалии. То же самое авиакомпании. Они сегодня предлагают подписку. Когда ты просто плачешь или в месяц плату или годовую, и летай хоть каждый день. Но это все высчитано, и в принципе, сегодня для них это выгодно. И согласно прогнозам, в следующие 10 лет все бизнесы перейдут на модель подписки. А те, кто не перейдут. Будут вынуждены уйти из бизнеса. Но ну, и опять же, вот согласно аналитике, эти бизнесы растут в пять раз быстрее, чем бизнесы по которые работают по классической модели. Почему? Потому что большое количество людей приходит в эти бизнесы, которые платят маленькие деньги, и но в итоге компания зарабатывает большие деньги на этом, гораздо больше чем бизнесы, которые работают по традиционной модели. Ну и согласно прогнозам, в 2005 году товарооборот общей бизнеса на подписках составит полтора триллиона долларов. И это сегодня тренд. А если это тренд, значит нужно идти туда и строить бизнес там, где тренд. Потому что тренд ⁇ это всегда вверх. Если ты начинаешь бизнес здесь, то так или иначе, благодаря тренду, ты выйдешь туда-наверх. То есть твой бизнес будет расти. И компания LiveGood выбрала этот путь. Она пошла путем, что она сняла маркетинг с продукта и ввела систему подписки. И благодаря этому мы сегодня имеем на продукцию высокого качества, цены фактически на 75% ниже. И она предложила модель подписки, которая позволяет доступ, то есть она дает доступ через подписку к этим продуктам. Поэтому такие результаты. Поэтому за первый год работы это миллион участников. Кстати, тот же Amazon получил свой первый миллион участников, подписчиков за два года работы. А сегодня там уже 230 миллионов пользователей. Поэтому здесь сейчас в этом бизнесе только начало. Если бы вам Джефф Бизнес предложил в самом начале, когда он стартовал только с книгами, возможность поучаствовать в его бизнесе, чтобы получать 80% от прибыли подписки. Я думаю, все вы согласились. А здесь есть такая возможность, и она дается сейчас. Итак, какие мы получаем выгоды, начав сотрудничество с компанией Люгут? Первое, конечно, мы имеем доступ к продукции премиум-класса без маркетинговой наценки. Все, что есть, и все, что будет. Потому что компания каждый месяц выводит новые продукты. Причем это не просто какие-то единичные товары, это товарные группы. Сейчас мы в этом месяце ждем выход линейки по уходу за телом, лицом и так далее. Также она будет развиваться в косметическом направлении продукция по уходу за домом, только без химии, то же самое, то есть чистящие средства, то же самое, то есть компания выходит, создает целые ниши, там детские продукты, значит, для детей, бытовая техника, там еще какие-то сервисы, услуги, например, платформа со скидками на путешествия. То есть они, собственники, говорят, дайте нам 5 лет, и здесь будет все, как на Amazon, но только с программой вознаграждения. Далее, компания стартовала сразу на рынке более 200 стран. То есть, если вы зайдете в бэк-офис, значит, можно увидеть там более 200 стран. Посчитать. Как я это сделал на старте. Мне было интересно. То же самое. Дальше компания открывает распределительные склады. Сейчас открыт склад Германии. Значит, на старте открытия складов, то есть на каждом континенте будет склад. В том числе и на наших рынках в Казахстане. У нас бизнес на наших рынках начался с Казахстана. И там уже открыто юридическое лицо, и я думаю, что до конца года откроет склад. И в принципе, собственники говорят о том, что они планируют делать такие распределительные склады в каждой стране, где будет бизнес, естественно. Далее, нет обязательств покупать продукцию. То есть, в принципе, это нету здесь такого, как в других компаниях, когда ты, чтобы войти в бизнес, тебе нужно купить какой-то набор продукции на сотни, а то и на тысячи долларов, чтобы просто войти в бизнес. А потом каждый месяц выкупать продукт. Надо он тебе или не надо, тебе никто не спрашивает. Здесь такого нету. То есть ты, в принципе, можешь не покупать продукт. Но люди, наши партнеры, покупают почему? Потому что видят ценность для себя и для своей семьи. У нас есть отдельные чаты по результатам, куча результатов по продукту, потому что продукт классный, действительно крутой продукт премиум класса по себестоимости, то есть по самой низкой цене и нужный каждому человеку, потому что то, что предложила компания, она вышла на рынок здоровья, это то, что нужно каждому, а мы все знаем, что мы не получаем из сегодняшнего питания все, что необходимо нашим клеткам. Окей, значит, нет обязательств. Ну и благодаря такой модели легкий вход в бизнес. То есть, опять же, тебе не нужно выкупать эту продукцию, да, и чтобы чтобы войти в этот бизнес. И есть три варианта сотрудничества с компанией. То есть первое, ты просто клиент, просто зашел на сайт по ссылке партнера, то есть партнера компании Livgood. Купил продукцию, которая и по розничным ценам гораздо выгоднее, чем то, что есть на сегодняшний день на, на рынке. Я рекомендую вот те, которые уже прошли бесплатную регистрацию. Нужно было просто внести имя, фамилия и почту. И вы можете зайти в бэк-офис, уже получить свой бэк-офис бесплатно. И получить доступ в магазины. Увидеть, какие цены. То есть вы даже увидите, что розничные цены конкурентоспособны под каждым продуктом. Есть сравнение. Там условно с аналогами. По некоторым продуктам нет аналогов. Допустим, вот у нас есть продукт фактор 4. Вы не найдете такого продукта нигде. Это против... самый лучший в мире противовоспалительный комплекс. Почему я это говорю? Потому что здесь содержится в нем 4 с, э, самых лучших ингредиента, которые работают с воспалениями внутренними. А больш... у нас куча проблем от воспаления на самом деле. И так далее. Значит, о продукте у нас есть отдельные школы. Вы можете в нашем чат-боте посмотреть, ну и также есть информация, то есть я думаю, если по запросу вам предоставят эту информацию. Далее, можно стать просто э, вот этим мембером, да, членом клуба Ливгуд, оплачивая ежемесячную подписку 9.95 или можно платить сразу на год и таким образом получить скидку 20 долларов или 2 месяца бесплатно. И вот на примере оздоровительного пакета, единственное, сегодня его цена 99 долларов. Ну, значит, немного подняли цену, потому что э, ситуация все равно на рынке, я думаю, вы понимаете, что все растет, и поэтому здесь немножко было поднято, потому что есть интерес, ну, компании определенной да, которые не зарабатывают, но есть посредники, которые в этом участвуют, там те же доставщики и так далее. Окей, значит, можно посмотреть э, то же самое сравнение здесь, увидеть, что это выгодно. Ну и третий вариант самый выгодный, естественно, стать партнером. Для этого необходимо единоразово оплатить франшизу в размере 40 долларов, ну или партнерская регистрация до да, 40 долларов. И таким образом участвовать в распределении прибыли, включая глобальный бонус, который дает право здесь зарабатывать деньги любому человеку, даже если он не строит бизнес. И мы сейчас об этом поговорим. То есть когда компания начала, когда собственник компании а, Ливгуд Бенглинский, имея более 20-летний опыт, он задался целью, видя, что не все зарабатывают в этой индустрии. Мы это видим, мы это понимаем. Он дал возможность каждому человеку, приходящему в Ливгуд, кто один раз оплатит вот это партнерство в размере 40 долларов, расценить это как инвестицию, как угодно. Как тот же бизнес, который начинал бизнес, выпустил акции на рынок. Те, кто купил, те стали, соответственно, его инвесторами. Да, кто-то купил больше, кто-то меньше. Но так или иначе, он делится с ними прибылью. То же самое здесь в английском сказал, что я даю 80% прибыли от подписки партнерам. И вот в эту часть идет 30%. То есть даже те, которые не занимаются бизнесом, но стали партнерами, они могут зарабатывать. Мы сейчас об этом поговорим. Ну и компания, как я сказал, дает 80%. В общем, по этому бонусу я только что сказал. То есть есть возможность выйти на доход 2047 долларов. И я сейчас об этом поговорю. То есть я объясню, как это работает. Это вот как раз благодаря этим переливам происходит, Но это просто примеры чеков людей, которые вот зарабатывают уже в нашей команде. То есть, понятно, чеки разные, разные суммы, но, в принципе, с учетом затрат, то есть, ну, есть и такие, да, там, 12 тысяч долларов в месяц. Окей, okay. в нашей команде пока таких нету, но есть уже люди, которые зарабатывают по 200 долларов в день. От 25 долларов до 200 долларов в день. А в компании есть уже вот и такие результаты, то есть до 100 тысяч долларов, если и на самом деле все только начинается. Опять же, у нас есть новые инструменты, то есть мы еще создаем новую систему, которая позволит развить свой бизнес вообще в таком международном формате. Ну, и вот, в принципе, люди сами пишут, заходят в наш чат-бот. Чат-бот вы получаете бесплатно для работы. Люди смотрят информацию, изучают, и потом вот пишут вам, пишут вам такие такие просьбы, дать регистрацию, дать ссылку на регистрацию. Окей, давайте я порисую. Итак, значит, давайте зафиксируем еще раз. Первое, чтобы войти в бизнес, нужно оплатить 40 долларов и плюс 10 долларов, это 10, то есть 40 долларов однократно, и 10 долларов это подписка в первый месяц, соответственно, вы тоже платите 10 долларов, и потом каждый месяц по 10, соответственно, 11 месяцев. То есть для вас в этом случае бизнес обойдется 160 долларов, или вы заплатите 40 плюс 100, то есть купив на год подписку, соответственно, это 140 долларов. Вход в бизнес. Ну вот если взять так, 50 долларов сегодня, чтобы войти в бизнес, мне кажется, любой человек потянет. Цена входа в бизнес по цене бака бензина. Большой, серьезный бизнес, который только начинается. Но первое, все с чего начинается, это вот эта так называемая предрегистрация. То есть когда человек Столбит место, занимает место в так называемый Powerline. Что такое Powerline? Это список людей, в которые попадают люди со всего мира. То есть если вы зайдете, вот те, кто зашел на бесплатную регистрацию, вы увидите, что уже под вами зарегистрировалась куча людей с разных стран. Каждые 7 секунд входит человек на регистрацию, на предрегистрацию. Каждые 7 секунд. Это не значит, что все эти люди, которые зашли после вас, там есть описание, вы можете почитать попадут в вашу команду. Но кто-то из этого списка, который является членом или частью нашей команды, может попасть и в вашу организацию. И вы, так называ и вы получите так называемый перелив, с которого вы будете в дальнейшем получать тоже свой процент. И давайте я сейчас объясню, как это работает. Итак, смотрите, под каждым человеком есть две свободные чеки. То есть так работает бизнес. И под этим есть две свободные чеки. И под этим есть две свободные чеки. И так далее. То есть, эти люди, которые вот эти ячейки, точнее, тут еще нет никого. Допустим, Значит, они образовывают уровень. Да, первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее до бесконечности. Вот компания стартовала 20, 13 декабря 2022 года. Вот она первая ячейка. Первый человек зарегистрировался и пошли регистрации. Значит, как работает бизнес? То есть, первое, сначала идет, идет регистрация в список Powerline. Далее, каждый четверг, четверга на пятницу, то бишь завтра, последний день, когда те люди, которые зашли в Powerline и оплатили регистрацию, размещаются в структуре. Те, которые не оплатили, остаются дальше, в следующий недельный период и ждут следующего периода, но когда оплатят, становятся под тех, кто оплатил раньше их. Я сейчас покажу, как это работает. Итак, в полночь четверга на пятницу те, кто оплатил, заходят в структуру из расчета, кто первый зарегистрировался. Вот давайте я на своем примере просто покажу. Допустим, вот это я. Я зашел, когда я зашел в бизнес 28, по-моему, июня прошлого года, со мной зашло сразу три человека. Три человека из моей команды. То есть, допустим, вот я первый, потом зашел второй, третий и четвертый. Как они разместились? Система размещает людей автоматически из расчета сверху вниз и слева направо. То есть первый человек, которого я зарегистрировал. Он зашел в Powerline, и вот он, ну, давайте, вот он в этом случае второй, он занял вот это место, то есть первое левое, да, почему? Потому что сверху вниз, слева направо, он попал сюда, соответственно, по такому алгоритму второй человек, которого я зарегистрировал, он попал сюда, а третий куда пошел? Он уже не в моем, то есть э, подо мной уже нет мест, значит, он становится в ближайшую свободную ко мне ячейку из расчета сверху вниз, слева направо, то есть вот сюда. И таким образом, мой первый человек, которого я зарегистрировал, от его подписки каждый месяц 10 долларов, которые да, стоит, он будет получать 2,5% каждый месяц, пока этот человек будет оплачивать свою подписку. И рассказываю другим людям, потому что так работает бизнес. Ты не можешь молчать. Когда ты, когда я покупал магний за там по 15 евро, а здесь я его покупаю, сколько у нас там, меньше 9 долларов, например, или мне говорят, там, D3 покупали 25-30 долларов, а у нас он стоит 8-50, и ты показываешь, я, сварю, покупаю э, такой же самый, если не лучше, или мультивитамины, которые я покупал раньше за 70 долларов, а здесь стоят, сколько они стоят, только что-то в районе 9 долларов оно стоит. Ну, короче, дешевле, на порядок дешевле. Или, допустим, протеин, то же самое, я покупал два раза дороже. Конечно, я буду рассказывать. И люди начинают рассказывать, и дальше от его деятельности но от подписки, от всех людей, вот этот мой первый, который стал, будет получать 2,5% от их подписки. Это небольшие деньги, это всего лишь 25 центов. Но от каждого человека. И смотрите, таким образом человек, вот под ним начинает образовываться структура. Я продолжаю, реги продолжаю регистрировать людей. То есть мои люди тоже сюда попадают. Они начинают строить такие же свои структуры. 2, 4, 8, 16. И начинается под этим человеком развиваться бизнес. И когда от каждого человека, пока это происходит, он получает 25 центов. То есть два человека стало 50 центов. 4, 1 доллар. 10, сколько там на 25, 2,5 доллара да и так далее. И от каждого человека, пока это развивается, но есть ограничения. 12 уровень, то есть до 12 уровня, пока оно идет, то есть люди уходят дальше, ниже регистрируются, потому что там ну, бесконечность, да, вот сколько людей сегодня, полтора миллиона больше в компании Ливгут уже зарегистрированы, естественно, это гораздо больше уровней, но до 12 уровня, чтобы иначе компания обанкротится, так вот, когда система под вами распределит, когда вот эти все ячейки займутся, ваш доход составит, 2047 долларов в месяц. Это доход в месяц. Ежемесячный доход. Круто. Такого нет нигде на самом деле. Сразу хочу сказать, это не быстрый процесс. Это медленно. То есть это не год и не два, и я думаю не три. Хотя, не знаю, мы еще столько не, не находимся в этом рынке, чтобы говорить. Пока на этот доход вот у нас, у нас есть люди, которые зарабатывают сегодня, мы чуть больше года, там по 150, по 200 долларов. Дохода, просто оплачиваю подписку и никого не приглашаю. Пользуюсь, там покупаю на эти деньги продукцию, но они не, не, не приглашают. Есть ли такие, почему-то, не знаю. Так вот, сегодня это до 200 долларов. Но это тоже круто. Сегодня на наших рынках какая пенсия? 100 долларов, 150 долларов, на которые люди работают по 40 лет. Сегодня сюда за год работы, если ты вышел на 150 долларов за первый год, а через два года, через три года. А начинает работать принцип геометрической прогрессии. И это все срабатывает. Но еще раз говорю: это не быстрые процессы, мы не призываем вас сидеть и ничего не делать, потому что на самом деле сейчас время, когда столбятся места. И когда можно выйти не на 2000, а на 20 тысяч, а может, даже и на 200 тысяч. Да, они могут, не может, потому что на самом деле может. Я покажу, почему, потому что здесь есть другие бонусы. Первый бонус для тех, кто работает активно. От регистрации людей, то есть вот 50 долларов да, берется и в том, и в том случае, когда на год зашел или на месяц, с этих денег компания платит 50%, то есть 25 долларов. Два человека пригласил, свою регистрацию отбил. Когда, кстати, пригласил два человека, срабатывает это вот этот, это первый. А вот этот второй называется глобальный бонус, то, что я показал, 2047 долларов, это на 12 уровне. Но когда вы сделали вот так, вы стали бронзой. Тут есть квалификации, по квалификациям там платятся еще деньги. Так вот, когда вы так сделали, у вас открывается 13 уровень. Если здесь у вас 2047 долларов, то на 13 уровне ваш доход будет составлять 4095 долларов. Два человека пригласили и, и увеличили свой потенциал своего бизнеса в два раза. 4 тысячи это уже не 2000. Ну и там дальше есть 14 и 15 уровень то по квалификации. Тут 8 тысяч. Извините за мой корявый почерк. И художественная школа не помогла. 16 тысяч долларов на 15 уровне. То есть это максимальный бонус, но для этого надо двигаться по карьере. Хотя это все очень несложно. Значит, третий вид дохода это вот тот, который я говорю, что можно зарабатывать и 200 тысяч, а может даже и больше. Это, он называется бонус соответствия или чека-чека. Когда ваши люди, которых вы пригласили, вот будут зарабатывать вот эти деньги, вы будете, если это ваши люди личные, получать 50%. То есть, например, за первые полгода я пригласил 100 человек. Когда мои 100 человек выйдут Сейчас, секунду, мешает не тут. Выйдут на доход вот это 2047 долларов, я буду получать 50%. Сколько это? На, на 2000, да на 50% это 100 тысяч долларов. Это только с этим. Вопрос, мне выгодно, чтобы у меня такие люди были, чтобы они работали, чтобы я работал и под ними был этот бизнес. Даже если они работать не будут. Конечно, выгодно. Но единственное, им немножко надо Возможно подождать, но опять же я работаю, то есть мы, мы сейчас время, когда строить бизнес активно, но тем не менее, ну и дальше в глубину, там до десятого поколения, об этом подробно мы рассказываем на тренинге отдельном для партнера уже и сейчас я не буду об этом говорить, но что просто вы прикинули порядок цифр, а когда люди вот эти, например, у меня есть цель сделать вот такие, это называется бриллиант 10 э, в первой линии по 16 тысяч долларов, а я имею половину, по 8. 10 на 8, сколько? 80 тысяч баксов. 100, да тут, да там 80. Ну, вы понимаете, порядок цифр. Давайте я не буду вас пугать такими цифрами. Сегодня мы немножко на другом уровне пока плаваем, да, но мы растем. Завтра мы будем показывать, вот, партнеры скидывают чеки. Вот. Но компания только начинает, да, мы только чуть больше года в этом бизнесе давайте последний э, бонус покажу и будем э, подводить итог четвертый вид дохода есть еще три по рознице но мы не будем об этом сейчас говорить на тренинге посмотрите отдельно в чат-боте он есть значит это бриллиантовый бонус когда вы получаете 2% компания формирует пул от всего от всей выручки компании включая и продажу продукции и Подписку она платит 2 то есть собирает в этот пул. Но сегодня, вот то, что мы считали, компания делает в месяц уже это 15. Короче, 15, порядка 15 миллионов в месяц. Вот с них берется 2% и дается в этот пул, и он распределяется среди тех бриллиантов, которые есть. Сегодня их там порядка 140, может быть, 150. Сегодня этот бонус на уровне там 2000-2000 с копейками долларов просто на погоны. Стал бриллиантом, для этого нужно построить команду 2500 тысячи человек. Те, кто имеет опыт, это вообще не проблема. В прошлой компании у меня была команда более 30 тысяч человек. Что Че, не сделать? Ну, мы уже сделали. У нас команда уже сегодня более 5 тысяч человек. Мы это сделаем, и скоро у нас уже вот ждем на подходе дозревают первые бриллианты, уже плюс в нашей команде. И все только начинается. Окей, давайте я подведу итог и будем заканчивать, чтобы обещанные 40 минут не перелимитить. Так. Итак, смотрите, компания только начала свой путь. Значит, как работает любой бизнес? Есть всегда начало, какое-то развитие, когда люди присматриваются, когда там смотрят, ничего не случилось, ничего не грохнулось, никуда компания не не, 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 свалила там с нашими 50 баксами деньгами, забрала к себе. Это вы, кстати, ну, компания официально зарегистрировано в Америке. Компания по этим законам, если кто знает, по законам, если какое-то мошенничество, 30 лет тюрьмы. Сегодня бизнес 300 тысяч партнеров это партнеры с американского рынка. То есть там все, а там, если там, не дай бог, что будет, засудят нафиг всех этих собственников, если что-то не то. А там все то, куча отзывов. В общем, короче говоря, все, в этом плане даже переживать не о чем. Так вот, но тем не менее, значит, ну и мы видим, что вот присматривались первое время, сейчас уже не присматривается, и сейчас время, вот это время, когда сейчас начнется взрыв, и мы его, ну не просто ждем, мы его тоже, мы в нем участвуем, делаем, и будет взрыв, это называется экспоненциальный рост, когда в бизнес входят десятки миллионов людей, это то, что будет. Компания вот это произошло за, ну давайте так возьму, потому что уже в принципе у нас 2024 год, это 2023, плюс там хвостик был 2022. Вот здесь она сделала 1 миллион. Значит, здесь, ну, я думаю, что мы получим еще плюс миллион. Но то, что дальше будет, следующие 3-5 лет, компания ожидает 20-30 миллионов. Ну, в принципе, ее такие прогнозы к 2030 году, то есть это где-то вот туда как раз там 5 лет, сделать 30, а может быть даже и 50 миллионов партнеров, которые войдут в бизнес как? Еще раз, как они идут? Вот сегодня полтора миллиона. Целых полтора миллиона. На самом деле это огромная цифра. Ну, я вообще имею в виду, да? В сравнении там, с другими какими-то компаниями. Но в сравнении с системой, моделью подписки, Amazon 230 миллионов, Коска 120 миллионов, значит, Netflix 240 миллионов, которые платят подписку за меньшую ценность, за меньшую ценность того, что есть в Ливгуд. В Ливгуд будет все. Каждый сможет найти сегодня для себя здесь и сегодня уже, и в будущем продукт, который он будет покупать, оплачивать подписку. Вот сегодня, например, компания выпустила Ливгуд клиника, в которой она продает клиника, в которой она продает продукцию через эти рецепты, через больницы, через врачей людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением. Но эти люди продают им по себестоимости. То есть в два раза дешевле, чем они сегодня покупают на рынке. Там где-то вот в аптеках и так далее. Где они будут покупать? Причем там курсы по 700 долларов в месяц. А тут, например, 350. Им, конечно, выгоднее здесь покупать, в Ливгуд. Они будут сюда заходить. И как они будут заходить? Вот так вот. Сверху вниз, слева направо, под всех. И вот здесь вот это, это 50 миллионов, а может даже и больше. Мы не знаем пока. Но то, что мы видим, то, что делает компания Левгуд, она сегодня запустила а, платную рекламу. То есть это вообще впервые. Она заключает договора с инфлюенсерами, готовится сейчас воронки. А, значит, там система а, тестов, типа называется, пройди бесплатное медицинское обследование, которое будет работать по принципу. А, Сарафанного радио, да, или, или как это называется, маркетинг, забыл. Ну, короче говоря, когда люди просто сами будут давать эту информацию друг другу, распространять эту информацию. То есть сейчас все только начинается. И вот эти люди, которые придут, они зайдут под тех, которые сейчас в этом бизнесе. Как я сказал, сегодня у нас в команде чуть больше 5000 человек. Мы сделаем и 30, и 50, и я думаю, и 100 тысяч. И все эти люди зайдут под тех, которые зайдут сегодня в бизнес. Поэтому с вами или без вас мы это сделаем. Но лучше с вами. Поэтому если вы понимаете, о чем я говорю, если вам это интересно, если вы увидели перспективы для себя в этом бизнесе, Значит, свяжитесь с тем человеком, который вас сюда пригласил. Его контакты есть в чат-боте Бизнес на диване. Нажмите Мой Консультант. Если вы не прошли бесплатную регистрацию, возьмите у него ссылку, пройдите бесплатную регистрацию, изучите всю информацию, все документы, все открыто и доступно. Посмотрите отзывы и так далее. Посмотрите цены, сравните с тем, что есть на рынке. На рынке, пообщайтесь с человеком, который вас пригласил. И завтра. Последний день для оплаты. Оплата или на месяц 50 долларов или 140 долларов на год. Это как вы хотите. Смотрите, как вам более выгодно. Оплата происходит с карт Visa MasterCard, также криптовалютой, также внутренними деньгами партнеров. То есть это через свои консультантов решите. Они вам расскажут. И вывод денег происходит также: на карту банка вашего, ну, то есть на банковский счет, или на карту, которую присылает вам компания, его можно заказать. Или на криптокошелек или также внутри, внутренними деньгами, то есть делать оплату свою, покупать на нее продукцию, на эти деньги, ну и дальше там, в общем, пользоваться, как вы хотите. Окей, okay. поэтому, да, и те, кто оплатят, после этого мы добавляем вас в партнерский чат, у вас активируется чат-бот, бизнес на диване, то есть вы получаете этот инструмент, проходите стартовый тренинг, обучение, и вот в субботу у, вас, у нас для вас будет тренинг, на котором мы уже расскажем, как строится этот бизнес. Поэтому... Регистрируйтесь, сделайте оплату. Завтра последний день и в субботу увидимся на тренинге. Всем хорошего вечера и до связи.